Мурка, иди сюда, беременная ты наша. Иди, тебя ждет деликатес. Мурочка, это наша Мурка, она беременная. Да, и ее ждет сюрприз. Мурка, любишь сюрпризы? Скажи, люблю, кто же их не любит? Тем более беременные. Друзья, всем привет! С вами Одесский Липован. И сегодня у меня маленький гастрономический сюрприз. Для кого, вы подумали? Правильно, для нашей кошки. Она у нас беременная. Сегодня я ее удивлю и порадую вкусняшкой. Так, что мы тут имеем? У нас есть... А, Ребзя? Это не клубничное варенье. Это самая настоящая красная икра. Вот такой деликатес. Сейчас мы узнаем, любят ли кошки красную икру, тем более кошки беременные. Поехали смотреть. Мурка, а иди сюда. А ну иди, моя хорошая. Давай попробуем. Берем ложечку, смотрите, какая красивая, зернистая. У-у-у. Мурочка, ну иди сюда. Солянчик, показывай на Мурку. Иди сюда. Мурка, любишь? Мура, а ну пробуй. Мурочка, а ну пробуй красную корочку. Ты будешь? Будешь кушать? Оказывается, ребята, да, кошки даже беременные не едят. Вот так вот ей лучше лапу полизать, чем красную икру. Ты удивила, я думал, ты, конечно, все-таки покушаешь. Попробуй хоть одну бубочку. На, держи. Ага, все-таки вкуснее моих карасей ничего нет. Даже красная икра не вставляет. Ну, теперь я и вы точно знаете, да, что кошки красную икру не любят. Ничего, в следующий раз будем черную предлагать. Извини, не с того начал. Так что так вот, друзья, я, конечно, был удивлен. Я думал, 100% хотя бы лизнет. Даже не прикоснулась. Вот такие вот кошки балованные. Ну что ж поделаешь, Мурка, мне больше будет. Всем пока-пока. Чао.